протяжении десятилетий люди вырубали бесконечное количество деревьев. Они использовали их в своих, порой аморальных, целях. Деревья молчаливо стояли и ждали участи быть уничтоженными. И вот в какой-то момент одно маленькое дерево смогло освободиться от плена земли и пошло мстить людям. Алло, ты смотрел новый выпуск 3+1? О нет, это же дерево! О боже, нет! Твою мать! Нет!